Вот Полиночка сегодня будет у нас снимать видеорепортаж. Да, Полиночка? Привет, ребятки, я... Но вот тут я застеснялась. Привет, ребятки, я... Внучка бабы Лены. Сегодня я буду вам показывать козлят, как баба Лена будет доить. Мы вчера приехали, и я стесняюсь немножко. Короче, мы сегодня будем снимать видео крутое. Ну, давайте продолжать видео всем вместе. Будет вторая часть. Не пропустите и смотрите. Ребята, сейчас пойдет коза на дойку. Вот. Вот коза идет. Ребята, сейчас я пойду домой. И покажу свою маму. Ребята, сейчас я пойду фотографировать свою маму. И... Вот моя мама. Ребятки, 25-го мы уезжаем уже. 25-го я, наверное, 25-го только сниму видео с вами. Со мной будет видео выходить чаще. Может, завтра еще будет, послезавтра. Ребята, смотрите, у нас все зеленые. Все красивые, зеленые. Вот и козлята. Вот сколько у нас их. Вот, а вот куча целая. Вот козлята. Вон. И вот козлята. Вон. Вот коза. Скажи привет, коза. И вон коза. А вот вот коза. Вот у нас целая куча клубники. А вот баба Лена. А вон дерево черешни. Ну, такой, типа... Ну, такая теплица. У нас тут все зеленое. И красивое. А вот козы издалека. Красиво же, правда? Посмотрите, это сверху виноград. Вот. Виноградик. Красиво же, правда? Банька такая вот у нас. Красивая ж правда. Вот. Вот это вот. Ну, для коз. Вон. Вон тут козы. Ой, ну, пацаны. Вот эта вот деревянная дверка, там веревки. Это электропастух. А вот и баба Лена. Баба Лен, скажи привет! Привет! Ну, не соску. Можешь поворачиваться как-нибудь. Зима красотка. А вот и баба Лена. Ваша блогерша любимая. Смотрите, ребята, поближе. Видите веревку вот? А вон козе какашки. Вот я зашла. Вот. Тут вот ток на этой веревке. Вот. Я вот трогаю.
Смотрите, вон там. Вот. Есть такая... Ну, чтобы включать этот. Мы выходим. Вот мама. Вот кошки две. Вот Мурка белая и вот этот цвет. И чао-какао!